месяца 8 килограмм. Ты вообще сама как? Я в шоке. Мы говорили, что 7-8, я думаю, боже мой, это же очень много. Это же как вообще возможно за месяц? А потом, когда эта цифра показалась мне на весах, я подумала, что это вообще фантастика. Я уже вижу результат, и мне хочется, чтобы этот результат закреплялся и становился еще лучше. Муж твой как? Муж сначала, ну, я тебя каждый день вижу, я не замечаю. А сейчас такой, слушай, да ты худышка стала, супер просто, и, ну, это как бы ты не голодаешь, ты классно питаешься, и при этом отлично себя чувствуешь, и все здорово. Было и ноги, и все болело, конечно, ходила на полу это согнуто, но сейчас уже все лучше, уже как бы не так все болит, ну, как бы чувствуешь какой-то тонус, уже понимаешь, что легче дается, что уже не так сложно. А, я тобой нереально горжусь, сейчас продолжаем дальше. Такой классный период времени до лета, когда я могу прям классно скинуть. Хочу на тебя новенькую.